Таких непрерывных пляжей, как в Анапе, нет больше нигде на Черноморском побережье. Здесь занимаются бегом, скандинавской ходьбой, гуляют с колясками. Однако в январе во время паводка мост пришлось временно демонтировать. Теперь начались восстановительные работы. На данный момент идет работа по монтажу закладных. Мы сейчас навариваем определенные пятаки, на которые будут крепиться перила, освещение, фонари. Вот. Ну, объем работ большой. Достаточно серьезный, потому что за безопасность граждан, как бы, получается, в ответственности те, кто производит этот ремонт. Последний раз переправу ремонтировали 7 лет назад. Морская соль, влажность и ветер не пощадили его. Коррозия сильно повредила металл. При подробном, тщательном осмотре этого моста мы решили немножко увеличить срок нашей работы и более серьезно, детально проработать укрепление этого моста. То есть сейчас на данный момент проведены такие работы. Усилена рама этого моста, то есть внутри запущен еще дополнительный швеллер для более жесткости его. Сейчас будут смонтированы старые перила и установлена труба с закладными под установку новых перил уже более эстетичного вида. Сварочные работы под мостом будут с лодки. Вот какие сложности ожидают рабочих. Мы помним, когда еще вот этот мостик был очень маленький, и людям было настолько неудобно ходить. А этот, конечно, нужен, потому что большой поток людей проходит летом, очень удобно. Подольше погулять можно на ту сторону сюда. Новшество этого года: сразу за мостом будут дорожки для маломобильных граждан. Перед этим укрепят берег. Для освещения будут установлены современные фонари. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа, регион.